Экипаж 55-й-56-й экспедиции на Международную космическую станцию в среду провел тренировку в скафандрах на симуляторе капсулы «Союз». Космонавт Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстелл и Ричард Арнольд отработали поведение в экстренных ситуациях, которые могут возникнуть на борту. По словам Арнольда, команда готова ко всему. Тренировка, как уже упомянул Андрей, сделала нас мастерами на все руки, так что мы готовы к самым разным ситуациям. Старт миссии запланирован на 21 марта. Артемьев, Фойстелл и Арнольд проведут на МКС 5,5 месяцев.